Всем привет, это Мистер Икс. Сегодня я расскажу вам, как снять противника с 6, что для этого нужно знать. Это не будет урок, так как уроков я больше не делаю. Это будет просто наставление и подсказка о том, как легче и удобнее снимать противника с 6. Итак, для того, чтобы научиться снимать у себя 6, вы должны уметь делать хотя бы 3 вещи. Первое – это фигура пилотажа ножницы, второе – это фигура пилотажа бочка, и третье – это, конечно же, осмотр. Как делаются бочки, как делаются ножницы, я вам, конечно, рассказывать не буду, вы это все можете посмотреть в интернете, подробно почитать, как выполняются бочки, какие виды бывают, там все расписано. Насчет осмотра, осмотр я всегда говорю, смотрите мои видео и просто пытайтесь повторять, как я осматриваюсь, как что делаю, потому что осмотр — это самое главное в бою, тренируйте его. Почему главное? Ну, потому что вы будете выполнять маневр ножницы, маневр бочки, вы будете крутиться в пространстве, вы будете менять траекторию, и все вот это вот у вас будет в течение боя, доли секунды. И вот в эти моменты вы должны всегда знать, где находится ваш противник. Всегда. Запомните это. Если вы не будете знать, где находится противник, то смысл от ваших бочек, там, ножниц, ну просто ноль. Никакого смысла в их выполнении нету, если вы не умеете осматриваться. Почему ножницы? Почему бочки? Ну, потому что это самые эффективные маневры, которые позволяют сбросить противника с 6, пропуская его и одновременно контратаковать его. Поэтому эти приемы воздушного боя самые эффективные для снятия с 6. Летая за красную и за синюю сторону, снятие с 6 происходит по-разному. Я делаю это по-разному. Летая за синих, я делаю вертикальные маневры снятия с 6. Летая за красных, более нужны горизонтальные маневры, так как синяя сторона имеет более лучшие вертикальные характеристики, а красная сторона имеет горизонтальные лучшие характеристики. Поэтому имейте это в виду. Из этого следует, что именно на Мессершмитте мы делаем вертикальные, восходящие ножницы, я их так называю. Для этого мы используем ножницы с набором высоты, скажем так. Нам нужно, чтобы мы делали ножницы выше противника, уходя на вертикаль. Виток раз, выходим выше противника, над ним. Виток вправо, уходим выше противника, над ним. 3-4 витка, и вы выше противника. Он останется ниже вас, если вы летите на Мерседесе. Летая за красную сторону, например, на яках, вам без разницы, где вы будете проходить, над противником, выполняя ножницы, или под противником. Ваша задача главное — пропустить противника, чтобы стрельнуть ему вдогонку. Перед тем, как выполнять, например, ножницы, можно сделать бочку. Начинаете выполнять бочку, бочку вы заканчиваете в первом и сразу же уходите на ножницы. В этом есть немного преимущества, так как противник еще заканчивает бочку, а вы уже начинаете ножницы. Для чего это лучше? Для того, что если вы начнете сразу выполнять ножницы, то противник это видит, и он будет уже резать угол и может по вам выстрелить. Но когда вы начинаете делать бочку, противник также начинает закручивать за вами бочку. Когда вы уже заканчиваете бочку, у вас есть доли секунды, чтобы уже быстрее уйти на ножницы, а противник еще заканчивает бочку. В этом есть некоторый смысл. Я частенько начинаю снимать 6 именно с бочки. Это очень эффективный маневр, и в битве за Сталинград он работает. Конечно, еще можно рассказать вам немного по всяким нюансам, но я считаю, что лучше, что вы сейчас посмотрите, как это все происходит, лучше один раз посмотреть, чем 10 раз прочитать там, где-то услышать, особенно на форуме, где там некоторые умники умеют только бла-бла-бла-бла-бла, блять, и все. Поэтому я сейчас предоставляю вам множество записей, внимательно их смотрите и запоминайте, как происходит снятие с 6. Всем удачи, всем пока. У Сережи 4 ноги. Блять, Серега, он за мной идет на другой. Я вижу, вижу. Позади. Влево, влево. У него алюминиевый хвост.
Вольф покинул сервер, он обиделся, что ли? Да он в CS вывалился. А, пролетаю, бля. Нормально, нормально, он не попадет. Такая скорость бывает, а пиздец. Блять, твою мать, сука, сзади уже сторожит. Серега, я этого собью, там, ну это, второго, посмотри. Ладно, все, гаси, 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 Ануш. У тебя чисто, работай. Вираж, подсаж, нахуй, 5 минут, нахуй. Два швака, блядь, два ствола. Ни хера хуй уходим. А с кем воюешь-то? И когда? Или, блядь, в натуре мы не в то время воюем. И с нами асов нету. И над нами вся Московская область смеется. У тебя шестерка. Да. Ну как шестерка, блядь? Хуйня это все нахуй. Терпи, блядь. Это он попал, нахуй. А не я, блядь. Просто он не знает, блядь, что он мёртвый, блядь. Да. Кладбище, номер 79, решетка, могилка 29. Справа. Это, блядь. Ох, нихуя там, блядь, вообще, сука. Чё, уебались, блядь. Куда я могу? Тихо, он мой, блядь. В высоте будешь. Он стремительно прилетел, блядь. Там один, значит, ты же раёбишься. Песня дальняя. Да я вижу, на. У меня тут 6 нихуя не дальняя. Тут ближняя, блядь. А чё там? Ну, блядь. Не, ну, у меня одним шагом не получается. У меня энергии, блядь, пиздец. Я вечно проскакиваю или ещё что-нибудь. А, ну, блядь, тягу убери. То есть ты тягой играешься? Да. Северный. В Ленинск опять. Кто там сейчас туда взлетел? Идет, идет. Да, 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 вижу. Блять, у меня тоже. А сейчас. Я вижу. Кем-то тянется, ребят. Плотненько. Видишь, радиатор и закрывает, не разгоняет. И не понял прикола, блядь. Чуть такое. Яхмус, ты чё, у меня на 6 захотел быть, что ли? Ты чё, блядь? Да прич.
устану, полюба. Он, блядь, в жопу поцелуй, блядь. Что такое вылет? Охуеть. Ни о чем, блядь. А чё Бивалов не летает? Чё ваше не летает, АФКшник? А он еще это, у него компьютер слабый. Ну игра-то куплена, блядь, да, вот кирпич. Я смотрю, один дымный, один сопливый и еще трое сверху там. Я вот тоже по кучу побежал. Так, это наше, вот с белым дымом они... Все, я этому помог. Вот на меня заход есть, на меня заход. Оно, давай, я не вижу. Ничего мало. Оно, да, вот за мной идет. Вижу. Бегу. На тебя двойной заход. Если не тройной там. Ага. Так, сверху пикирует кто-то. Сверху я заместил. Давай, помогай. Я не достану. Сейчас я подключусь. Ну нахуй я так не достану, выпустил сильные облаки. Есть, я ему следовал, что-то на. Аккуратненько в вираже стоит, у меня мессерочек подходит. С энергией. Вижу. На меня нахуй. А ноль дал, блядь. Опа, пропускаю его. Подбирай. Тапцубей, блядь. Отлично, нахуй. Сынок, прыгай. А, все, пизда. Земля приветствует тебя, блядь. Давай, до свидания. Здравствуй, берег, блядь. И дым, и все дела. Ну это понятно, уже что. Так а что ты от него хочешь, он и так не летит никак. Что вы там далеко-то, блядь? Опа, я, блядь, на 6 сижу, а у меня быка нету. Я его аккуратненько подрежу. И пизди кила нахуй. Блять, это не где-то хуярит. Там месяц хуярит тебя и хуярит за нее. Смотри, Икс. Да, меня она. Блять, тебя ебашь. Хуя себе, даю оно, блять. Там месяц ей за тебя, но он взял дымного. Пропускаю, блять. Вали оттуда нахуй. Хуй съебешься. Они все дымы пиздят, что-то мне интересно. Карлос Тевис. Да, и где-то не бросает. Но я без мотора я не могу. Что-то я не вижу его на солнце. Да он прям четко под тобой и за по 6. А ну он далеко нахуй у него война. Не-не-не, близко, он плотно к тебе подходит. А чё у вас высоты? Серёга, ты где? Я у Филда. Он ноля. А, всё, вижу. Ты вытягиваешь? Да. Плотненько как. Блин, ты мне под пузом пошёл. Бегу. Плотно сидит. Да, я вижу. Зря ты Саида не убил. Двойное у тебя? Или это мессер подошел? Я. Ну, от таких я толку нету. Его сейчас Дены собьют. Вот так вот надо сделать. На нахуй. Пиздец, блядь. А кто в меня въебался, нахуй? Да, фиска, блядь. Тут четверной таран, по-моему, блядь. Чё, блядь? Я не понял, кто у меня прям въебал, кто-то въебался, я на него смотрю, блядь.
тут уебались все, блядь. Ну вся кучка мала, блядь.